И... Так, кто судит, сидит. Только сидеть. Этот, Мак, если они не борются секунд 15-20, нет брусков, шида, и все, и сразу меняется. Кому хочешь, тому и давай. Посидел минуту. Видишь, они броски почти не делают. Говоришь, что на ты шида. И все, один уходит, и ты То же самое, Миша. Долго борются. Взял и поменял. Так, все, закончили разговор. Так, Даник. Шида, он вышел. Миша дает шида только. Что такое?
Макс, ты борешься или ты? А дайте мне Максим. На третьем рейсе. На что? Давай, 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 работаем, работаем, работаем. Так, ты же мне. Миша, не борются, дал шида любому и убрал, и все, пошел бороться. Шида он нас так... Нет, Миша дает. Боритесь, боритесь, вы боритесь. Миша сам скажет кому что. Да, да, да. Он вас так за руку. Миша, можешь просто так дать шиду, и все. Вы молодцы. Шида Максим, дай за разговор. Матем, стоечку, ты лежишь на крышке посередине. Оттуда могут, отсюда упасть. Честно начал, да? Да, если папу держит. А, я кому я хочу? Саня, блин. Или голову вытащи, или подними его. Оторви от ковра. Миша, выше бери захват правой рукой. Еще выше. Тянись к этому. Я у матки на сидит. Андрюха, сгибаешься. Что ты стоишь? Встань прямо. Что, его боишься, что ли? Так, а если я поставлю... Давай. Есть оценка. У Макса? Да. Базари? Да. Андрей, стоп! Ну, не бавимся. Артур, Мате. Чего?
Сашенька, не давай ему шею, стой прямо. Бросься на шею, возьми, вытащи и через грудь брось. Yes. Красавчик, да. Поднимай стойку, ты что не видишь, что он там делает? Я же сказал, вот он хотел делать. Так рук же нет. Что? Да ты ж посмотри, там же. Я только что сказал. Рук нет, он болевой путь делает. Была рука. Артур, стойку. Не выходи, Андрюха. Какая нога у него впереди? Вот на ту и делай прием. Вот смотри, значит надо показать заднюю. Через бедро. Выше, выше, выше бери, молодец. О, есть, в азаре Андрюха, молодец. Стоп, ушел Андрей. Андрей, ушли. Да. Уходи, уходите, уходите. Я один кофе. Пом, молодец, Андрюха. Захват проигрываешь, Ливию. Захват или одной рукой держишь, или берешь двумя руками, то есть руки прямые. Ну вот, и туда надо было затолкнуть. Миша, он у тебя, ну, до конца, садись. Садись, ай-яй-яй, Миша. Хорошо, Андрюха. Ну и отпустил. Или... Молодец, Саня. Отдаешь захват, Саша. Вот, плечо держи и все. Ну и вперед, переднюю надо делать. Видишь, он руку где взял? Или мельницу, или переднюю подножку. Есть. Япон. Япон тоже, да? Там тоже япон был. Еще раз. Лив, стой там. Какой он тебе, вспомни, какой он прием делает? Туда, да? Заднее бедро, переднее подножку. Я стараюсь с ним влево, чтобы отрезать. Ага. Сейчас я посмотрю. Есть. Япон. Давайте на вылет, за который побольше. А кто здесь вам противник? Давай. Вискун тебе противник, Виктор тебе... Опа. А они не противники. Миля, твои руки. Миша, отдаешь захват любому. Ливию сильный, но техники ему не хватает. Кому? Ливию, он даже правил только у него. Да мы его заставим делать приемы, он научится. До конца, за два месяца он все приемы будет знать. Держать. Давай. Три. Раз. А было бы зарезать? Я не видел, не могу сказать. Вот он должен был видеть. По ногам не бейте, а то потом ноги будут болеть. Ну, Миша, бросай его, Миша, что ты стоишь? Ну, до конца. В азаре, молодец. Все, Даник, ушел. Руку очень низко держишь. Подсечку изнутри, цепляйся изнутри. Молодец, Артур, молодец. Все, Даник.
Я должен посмотреть, в каком ли он захвате, тогда и прием ему дам. Если ты встанешь на борцовский мост, это не япон, это концовку мэй. То есть для того, чтобы не поломать шею, не травмировать, ты падаешь на спину, это япон. А если ты становишься на борцовский мост, как бы не касаясь, тебе дают концовку мэй, дисквалифицируют, потому что ты можешь поломать шею. Что так не играет роли. Пусть лучше япон будет. Меньше травм будет. Сашенька, в стойку. Друга, ты сразу наклоняешься. Вот это очень плохо. Ты руки не сгибаешь, а ты сразу наклоняешься. Саша, уйди оттуда. Ты сидишь спиной тем, кто борется. Выше руку, Макс, выше руку. Нет, подмышка, но просто... Да, вот, вот. И подсечку, подсечку. Смотри, ты берешь здесь около пояса, ты вот сесть выше. Вот так вот, раз ему. Ой, Александр, блин. Вытащил, а он тебе еще чуть бросок не сделал. Молодец, Артур, блин. Макс, ты ходишь или нет? Вас снимает, вы ходите как это. Миша, что ты ходишь с ним борешься? Перебросай его, блин. Нет, нет. Ты падаешь вперед, отпускаешь захват. Максик, стоечку. Макс, стоечку. Миша, ты берешь вот здесь, показываешь и отпускаешь, и падаешь на живот. Выше бери захват. Левой рукой сначала бери захват. Миша. Левой рукой. Не правой. Правой взял на соревнованиях и улетел. Левая, теперь выше, да. Хорошо, держи локоть. Покажи ему 10 раз, один раз брось. Артур, хорошо, но оценки не было. Оп! Не надо ломать руку. Все, прямая рука свободен. Хай, папа. Стоп, Ливи, стоп. Не этой рукой надо держать. Если ты это держишь, тебе делают через спину с колен, заднюю подножку. Все, что хочешь. Не этой рукой. А вот это надо локоть его держать, руку. Если руки нет, возьми отворот, возьми отворот. Возьми руку, не дает. Возьми отворот. А этой рукой потом возьмешь, у тебя два захвата. Так ты один, и тебе приходится все время низко стоять. Он все тебе бросает. Сначала лев, а? Да. Иди дальше к Саше поборись. Макс, один раз правой ногой назад, один раз левой, один раз правой, один раз левой. То есть надо его раскрутить, ты ни руками не работаешь. Надо раскрутить немножко, не ногами, руками. Потащи его назад правой рукой, а потом левой рукой. Вот, покрути, покрути, а потом в другую сторону брось. Не бегай вокруг него, а тащи его правой рукой, за собой, потом развернись, и бой бросок. Ой, мате. Делай так. А как так? 20. Ты делаешь отсюда захват. И тебе надо все время делать. И не через плечо, а через спину с колен. Если ты будешь делать со стойки отсюда, Андрюха тебя на япон бросит. Отсюда и стараться с колен, с колен, с колен, с колен до конца. Не очень хороший это захват. Но подхватик, блин. Плохо держишь. Мак.
Берешь вот здесь, рука нерабочая. Значит, этой рукой, вот этой рукой надо, сюда. Бери его вот так, сюда. А потом это и бросок. Ты держа руку, зачем отпустил, блин? Стойку, все, Макс. Что ты смог? Надо было держать. Перевернул и руку держи. Зачем ты руку отпустил? Макс, стойку. Опять следи за ногами. Смотри, какая нога у него впереди, Максим. Вот, подсечечку. Раз, покажи чуть-чуть. Раз, покажи подсечечку. Не махай нога, потому что он может переподсечь тебя. Значит, ты раз чуть-чуть показал. Видишь, переподсек? А ты покажи, он подсекает, а ты переподсеки. Покажи. Раз и... Вот он когда наступает, надо подсекать. Смотри, раз наступил, вот тогда нужно подсекать. Есть оценка. Все, базар. Миша. Хочешь там, Артур, побороться, значит, скажи, я в тройке у вас, и все. Так, а у тебя, чтоб ты знал, считается так, ты должен сделать. Можно второй? Да. Болевой? Удержание? Удержание? 10 секунд. Болевой и удушающий. Тогда япон. Сразу. А если не делаешь, то не считается. Чисто удержание 20 секунд не считается. Это ничего. Ты должен, смотри, ты должен сделать удержание и болевой. Удержание и удушение. Тогда да. А так не будет считаться. Красавец, Мишаня. Я зафиксировал сей бросок. Даже не болеком? А? Не болеком нет. Я не знаю, я не видел. В базаре 100% что было, я понял. Не могу сказать, надо посмотреть. Я не видел, как он даже упал, просто видел, что он услышал, что он упал. Ну покажи заднюю, сделай посадку. Заднюю покажи и посадку. Артур, покажи заднюю, сделай посадку. Ну, Миша, что ж ты, блин, пожалел? Еще раз. Вы. Да. Кто там пришел? Кирсанч. Нет. Этот. Артур, поди. А, тоже вышел. Ты пришла, нет. Да.
Три. Хорошо, Мате. Встали, поклонились. Пошли вокруг ковра. Смотри, он наклонится и сейчас носом как. Заправились и построились. Не, сюда. Сюда построились. Построились быстрее. Возьмешь.